С зарядом положительных эмоций и бодростью духа участники первого общеобластного субботника сменили привычные наряды на рабочую одежду. На всех площадках города работы начались в 10 утра. Разбираем инвентарь и можно приступать. Впереди огромная территория. Необходимо собрать так называемые подснежники, ветошь и осеннюю листву. Мы понимаем, что в каких условиях мы должны жить, чтобы все было кругом чисто, хорошо. И когда вот мы все вместе ходим, это даже и людей, и коллектив объединяет. То есть какое-то общее мероприятие, которое мы выполняем на благо нашего города. У нас разработано постановление на субботник. В этом постановлении раскреплены территории по городу за каждыми организациями, юридическими и физическими лицами. Также у нас в каждом участке управляющей компании выдается инвентарь, перчатки и пакеты, поэтому каждый житель может принять участие в субботнике. Количество людей довольно большое, по всей видимости, будет, я полагаю, там порядка 10-15 тысяч. К 11 часам в субботнике приняли участие порядка 12 тысяч человек. Уборка мусора, опиловка поросли и ее дробилка, активная трудящаяся компания «Мидас» и «Бриз», а также неравнодушные жители. А это улица Козлова. Трудовой десант приняли сотрудники управления образования. Тем временем в парке 1 мая разыгрался настоящий праздник. Убрав огромную территорию, руководители и сотрудники городских предприятий и организаций могли полакомиться кашей, попить горячего чая. Весна была ранняя, поэтому город уже начинали приводить все в своих учреждениях, в своих организациях, на своих территориях. А сегодня, что называется, всем городом вышли уже на прилегающие территории. Также мы определили территории для уборки, такие общественные площади, территории, которые никогда не были ни с каким закреплены, безхозные территории. Центральной площадкой выбран парк 1 мая, где сегодня собрались общественные организации, политические партии, собрались общественная палата, люди, которые, скажем, общественники. На импровизированной сцене награждение участников городского экологического конкурса скворечников «Птицеград». На суд жюри было представлено 36 работ. Каждый учащийся пытался как можно оригинальнее оформить свое деревянное произведение. 11 единиц техники, 120 организаций, 41 310 мешков мусора. Вот итог первого общеобластного субботника на территории Орехово-Зуево. Впереди второй, который пройдет 22 апреля.